В общем, все, болгарочно-резочные работы все закончены. Все делал вот такой вот УШМ Редвер. Она аккумуляторная, хорошо, провод не надо таскать. Ну и аккумулятор как раз от той самой циркулярки, которую я показывал раньше. Получается, у них один аккумулятор на всю линейку инструментов. Купил один аккумулятор и несколько видов инструмента. Не будешь же работать всеми инструментами одновременно. Взял аккумулятор и работай. Что интересно, она вообще не закусывает. Если диск где-то зажимается, она просто выключается. Ее надо будет заново вот так включать. Итого, вот такая беременная печка получилась. Сейчас посмотрим, какая длина топки теперь получилась. Так. И о, почти наполовину, на четверть. Больше уж точно. Даже на треть. Вот та самая дровинка теперь. Вон как. Шикарно. Ну вот и конечный результат. По-моему, я даже в цвет попал. Такой же самой краской ее красили на заводе.